еще раз осмотрим весь видеоматериал, который у нас зафиксирован. Соберемся в полном составе комиссии, как полагается. Все это обсудим, взвесим и примем соответствующее решение. Между тем, хочу сказать, что действующее законодательство у нас содержит определенные нормы, которые регламентируют порядок принятия работ, если работы выполнены в полном объеме, но есть ряд моментов несущественных, которые в комплексе нам позволяют это сделать. Но для того, чтобы принять такое решение, нужно все четко взвесить и в соответствии с нормами действующего законодательства обсудить. По остальным моментам вы сами все видели. Я так полагаю, что все-таки подрядчик с нами до последнего отрабатывает. Вопросов у него к нам, я полагаю, серьезных не возникает. Они готовы все исправить, и дальше уже будем смотреть. Замечания есть, но я думаю, 5 лет гарантийного срока, неоплаченные денежные средства, они подрядчика заставят активизировать работу по устранению тех недочетов, что мы сейчас видим. Как суп подрядчиков надо немножко напрячь по работам по зеленым, которые мы видим, чтобы был все-таки уже законченный вид. Благо, подрядчик наш, городской, никуда не уйдет. Все будет исправлено, я надеюсь. Потому что мелочи по прикручиванию, это день-два, оно будет исправлено. Здесь, я думаю, надо созвониться с архитектором тоже в течение 3 дней, все можно решить. А самая большая проблематичность – это сейчас закончить работы по озеленению. Они самые грязные. Это единственное, что я увидела, не закончено. Да? Но остальное, приведение в порядок – это уже не подрядчик, это, грубо говоря, мы городом должны решить, кто убирает эти урны, кто их обслуживает. Это уже технический вопрос, не к подрядчику, конечно. А к людям нашего города, если вы видите, что урна полная, найдите другую неполную урну. Не кидайте рядом. Красиво же. Прям хочется уже. Мне кажется, всем хочется уже видеть окончательный вариант. За неделю управить. Да. Тут обещают уже снега, и, конечно, надо. Представляете, нам снег идет, а мы с вами идем и принимаем работу. Да. А мы пойдем принимать и в снег. Ходили в дождь, примем, пойдем и в снег. Что делать? Закончить надо. Все? Ждем исправления и ждем результатов.